Ну что, пора все-таки перекрашивать этот мой новенький Range Rover, потому что чисто в белом цвете мне, конечно же, автомобиль не особо нравится и хочется его сделать более индивидуальным. Поэтому прямо сейчас мы этим займемся и будем просто-напросто создавать из этого Range Rover тачку, которая будет просто... очень кайфовой, классной и привлекать внимание, потому что, да, действительно, сама по себе эта машина довольно-таки прикольная и крутая. Многие, я знаю, да, хотели бы на ней кататься, поэтому почему бы и нет? Почему бы и нет? Всего лишь тачка стоит 1,5 миллиона, и своих денег она абсолютно стоит, потому что она даже на первом стейте, она ездит очень-очень кайфово, просто очень уверенно и довольно комфортно. Прям приятно, я скажу, что кайф. Абсолютный кайф, который... Вот видите, уже 500 рублей штраф. Я не успел сильно дернуться, уже штраф получил. Я не контролирую скорость, она максимально быстрая. Вот. Ну вот о чем? Что мне поделать с ней? Ну слишком быстрая тачка. Вообще слишком быстрая. Если бы можно было чуть бы ее понерфить, я бы чуть-чуть бы ее понерфил, сделал чуть-чуть ее спокойнее. Но хотя, зачем? Когда у тебя есть такая мощь, такая быстрая тачка, зачем ее портить? Ну, тоже, как бы, в принципе, верно. Просто надо, значит, в городе сильно не разгоняться, вот больше 60, вот не ставить скорость, ну, стараться аккуратно ехать, да и все. Потому что там штраф, ну, не особо круто вот эти вот штрафы потом оплачивать. Лучше вот на зелененький поехал, штрафов нету, да и все. Тем более-то мы никуда не спешим, нам-то всего лишь-то нужно доехать до тюнинг-центра, где мы будем его красить, улучшать, делать круче, да и все. Очень все легко, очень все просто, поэтому вот так вот, все, погнали, смотрим, что у нас тут есть. Вот она, наша менюшечка, вот наш, хотя, блин, ребят, на самом деле, да и вот это, вот и в этом цвете тоже этот Range Rover красиво смотрится, я даже не знаю, что сказать точно по этому поводу, потому что хоть и так, автомобиль, блин, да вообще кайфовый, максимально интересно смотрится. Что мне сделать с ним? Может быть, не трогать эту краску, добавить... А может быть, металлик сделать? Вот такой вот металлик, затонировать в круг. Вот у меня как идея была, я вчера у одного игрока подсмотрел. У него была полностью, собственно говоря, тачка вот такая вот. Да, кстати, это идея. Давайте заднюю полусферу мы полностью вот так вот затемним, да? А переднюю мы затемним на, ну, на 40%, чтобы полиция потом не напрягала нас, потому что... Ну и тем более самим некомфортно, ничего не видно от первого лица. Вот так вот сделали. Отличненько уже смотрится, топово. Фары делаем ксеноновые. После чего колеса мы не трогаем. Диски тут то, что надо. Этой машине другие диски и не нужны. И цвет дисков просто меняем вот такой на черный. Посмотрите, ну разве не кайф? По-моему, кайфовую тачку я сделал. Абсолютно кайфовую тачку. Не, я согласен, может быть, можно и какой-то другой цвет для кузова выбрать. Но мне кажется, более какого-то элегантного и четкого нету. Как бы вот можно вот такой какой-то сделать. Кстати, вот если сделать в таком оттенке, смотрится тоже прикольно. Прям... довольно-таки тоже прикольно смотрится. Но вот какая-то вот сталь, может быть, с синим оттенком, что-нибудь такое, будет смотреться кайфово. Вот. Ну вот что-то типа того. Короче, с оттенками можно очень долго играться. Они все красивые, но плюс-минус выдают один и тот же прикол. Поэтому тут хоть что делай, хоть выбирай. Серый, он и в Африке серый. Поэтому, ну окей, ладно, ставим тот, который у нас был. И посмотрим, что у нас тут еще есть. Стоит ли нам трогать подвеску? Потому что это тоже большой-большой вопрос, который заслуживает отдельного внимания. Стоит ли эту тачку как-то отрезать ей пружины? Блин, вот мне кажется, что нет. Хотя, с одной стороны, и хочется сделать что-то вот такое, но это уже оперские моменты какие-то начинаются. Что-то еще. Блин.
Да, мне кажется, не надо. Она и вот так вот в своем стиле смотрится довольно-таки круто и четко. Вот, все-таки надо вот в меру машину тюнинговать, чтобы ее не испортить, не сделать хуже. Просто вот кайфовую тачку сделали и поехали наслаждаться тем, что у нас есть. Вот, ну вот теперь должен быть кайф. Просто вот должен быть кайф. Вот он, автомобиль наш. Вот, вот так он ездит. Да, стильно, очень стильно смотрится. Красивый автомобиль. Довольно-таки красивый, брутальный. В нем много интересных элементов появилось. Вот сейчас бы еще чуть посветлее будет, когда начнется рассвет. Больше деталей автомобиля будет видно, что серый цвет все-таки подчеркивает его. И вот эту вот брутальность, и его вот эти вот года. То есть все-таки, ну не забывайте, тачка-то не новая. Тачки-то ого-гошеньки сколько энных лет. Поэтому, ну тут без обид. Поэтому да, вот так вот давайте заправим его немножечко. Я думаю, даже до полного бака не особо-то и нужно его заправлять. Ну, бак сейчас литров 40 зальем и погоним тоже. Че нам вот этим бензином накапливать, сидеть, ждать его? Да не хочу. Вот так 40 литров есть. Все, погнали. Все, уезжаем. 46 литров, отличненько. Все, разогнались и погнали. Вот так вот смотрится этот стиль. Как по мне, ну это один из самых интересных. Можно, конечно, кто-то мне из подписчиков скажет, личи надо было черный делать. Да, я согласен, черный тоже кайфово смотрится, но мне хотелось чего-то такого, чтобы все-таки внешний вид машины был более выразительный, потому что черный цвет, как-никак, хочешь не хочешь, он съедает основную часть машины своим черным цветом. Ни элементов кузова, ни решетки радиатора, ничего не видно, все сплывается в черно. Поэтому хотелось как-то повеселее, что-то вот такого вот намутить, что-то вот такого вот сделать. Ну а серый цвет для этого максимально подходит, и я считаю, что получилось довольно-таки круто и стильно. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь какой-то мощный ПК. Достаточно будет даже самого слабенького, простого ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинция. И ты обязательно покайфанешь, потому что здесь огромный открытый мир, большое количество тачек, ну и много профессий, много чем заняться. Можно тюнинговать тачки, можно наводить суету на дороге и быть вообще действительно максимально крутым чуваком. Поэтому ссылочка тебя ждет в описании. Ну а также, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, смотри, что нужно сделать. Когда ты зашел в игру, надо нажать на буковку М, английскую, тогда откроется меню, статистика и бла-бла-бла. Далее, отсюда переходим в раздел «Реферальная система», вот так вот. И вот тут, в появившемся окне, вам нужно ввести мой промокод LICHITOP. То есть вот этот промокодик LICHITOP надо ввести во вкладку «Активировать промокод». И все, просто приятный бонус получили и начали кайфовать от игры.